Между тем, в Москве в одноименном кинотеатре «Москва» проходит неделя лучших каннских фильмов. Каннские фильмы 2016 года, и на днях состоялась премьера одной из самых замечательных картин в этой программе под названием «Танцовщица». Каннский кинофестиваль в Москве – это возможность посмотреть лучшее фестивальное кино именно так, как его смотрят на самом фестивале, на языке оригинала. До 4 ноября здесь покажут 12 лучших образцов высокой кинематографии, среди которых «Я, Дэниел Блейк» Кена Лоуча, «Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна, это всего лишь «Конец света» Ксавье Долана. Премьерный показ фильма «Танцовщица» Стефани Ди Джусто не смогли пропустить знаменитые российские балерины. В картине рассказана история легендарной Лои Фуллер, которая, запутавшись в собственном платье во время танца, создала новый танцевальный стиль модерн. В российский прокат картина выйдет 4 ноября. На этом, дорогие друзья, сегодня я прощаюсь с вами. Замечательного вам дня и до встречи в пятницу на Первом канале.